Состоялось первое в новом году заседание Совета депутатов Щелковского муниципального района. Как сообщила председатель Надежда Суровцева, в прошлом году депутатские комиссии провели 79 заседаний, на которых было рассмотрено 258 вопросов. На своем первом в этом году заседании депутаты рассмотрели и удовлетворили протест прокуратуры по приведению некоторых нормативных актов в соответствие с действующим законодательством и решили в дальнейшем изменить эти нормативные акты. Кроме того, совет принял к сведению работу Комитета по культуре и туризму районной администрации по сохранению культурного наследия Щелковского района и деятельность Комитета по физкультуре, спорту и работе с молодежью по развитию спорта в нашем муниципалитете. Также рассмотрели и приняли положение о маневренном фонде, специализированном для того, чтобы жители Щелковского района могли получать в случае таких непредвиденных ситуаций возможности поселения в этом маневренном фонде. И также передали на баланс городского поселения Щелково спортивную площадку в Щелково-7.